Сегодня в Устьянской Малиновке стартовал 4-й всероссийский чемпионат лесоруб 21 века. Участие в нем принимают около 200 человек. В этом году это не только конкурс профмастерства, но и большая образовательная площадка. Одной из первых встреч стал открытый диалог власти, бизнеса и молодежи. Алексей Шемякин продолжит. Перспективы развития лесопромышленного комплекса, возможности реализации потенциала молодежи – главные темы открытого диалога. Участники – 30 лидеров из профориентационного лагеря. Его организаторы – региональное управление по делам молодежи и одно из крупнейших лесопромышленных предприятий области – группа компаний «Титан». Перед нами стоят задачи по увеличению объемов производства. И мы видим в детях, которых мы на сегодняшний день собрали здесь, да, это будущее наши работники. И мы с этими будущими нашими работниками хотим построить перспективу как для них, так и для нашей компании. Леспром – одна из ключевых отраслей экономики региона, и она нуждается в квалифицированных кадрах. Познакомиться с специальностями, востребованными в лесной отрасли – основная задача открытого диалога. Сегодня есть потребность в профессионалах, профессионалах своего дела буквально по всем направлениям, и в том числе в сфере лесозаготовок, в сфере лесного хозяйства. Бизнес это подтверждает. Инженеры, IT-технологи, машинисты и даже электрики. Задача правительства – заинтересовать ребят работать на территории нашего региона. Мне понравилась эта профессия. У меня отец сам тоже в этой профессии работает, в лесной. Я пошел учиться по своей профессии, только не лесоруб, а автомеханик. И вот меня тянет как-то к машинам, вот, нравится вот это все. Профориентация, повышение статуса рабочих профессий, повышение значимости профессий, лесопромышленного комплекса – одна из задач этой смены. Встречи, мастер-классы, тренинги, экскурсии, профориентация молодежи будет идти 10 дней. Итогом станет презентация модели сотрудника лесной отрасли. Ее должны разработать сами ребята. Алексей Шемякин, Алексей Вачик, Регион 29, Устьянский район.